Маленький пассажир – это большая ответственность, ведь ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения. Именно поэтому, прежде всего, его безопасность должны обеспечивать взрослые. Так, в детском саду «Колобок» воспитатели вместе с сотрудниками ГИБДД провели обучающий урок. А приняли в нем участие не только дети, но и их родители. Цель, конечно же, мероприятия – это безопасность наших детей, это перевозка детей в специальных детских удерживающих устройствах. Это основная, как бы, тема данного мероприятия. Воспитанники детского сада «Колобок» на радость инспекторов ГИБДД хорошо подготовились к мероприятию. Благодаря своему инструктору по физической культуре Елене Гусевой, на ее занятиях они успели усвоить уже большинство правил дорожного движения. Задача, которую мы ставим, мы рассматриваем, это расширить представление детей и их родителей о правилах дорожного движения, развивать и уметь различать дорожные знаки. Один из самых важных автомобильных регулировщиков движения считается светофор. Именно этому знаку мальчишки и девчонки посвятили свои стихотворения. Красный свет, сигнал тревоги, светофоры в глазах, оставайтесь на местах. А сказочный герой Незнайка подготовил для ребят интересные загадки. Железные звери рычат и гудят, глаза, как у кошек, ночами горят. После небольшой физической разминки и веселых танцев дети вместе со своими родителями приняли участие в необычной спортивной эстафете, в которой они должны были показать, для чего необходимо автокресло. Все последующие спортивные состязания были, конечно, тоже направлены на правила и безопасность дорожного движения. Главное, что с помощью таких веселых и подвижных игр детям удалось пополнить свои знания. А в завершении мероприятия ребятам показали обучающий мультфильм. Детей до 12 лет необходимо перевозить пристегнутыми ремнями безопасности и обязательно с применением детских удерживающих устройств. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.